Поздним вечером на улице Ручейной внимание патрульного экипажа привлек одинокий прохожий. Озираясь по сторонам, мужчина шел в ближайший лесной массив. Стражи порядка проследовали за молодым человеком. Молодой человек вел себя подозрительно. Кроме того, это было вечернее время суток. А данное место, оно нежилое. Рядом находится лесной массив, чем он вызвал подозрение. Наркотическое средство сбросить подозреваемый не пытался. Он добровольно признался о том, что он заказал наркотическое средство, и оно находится при нем. После чего сверток с наркотическим средством был изъят в МВД России по городу Сыктывкар в ходе личного досмотра подозреваемого. При задержанном силовики обнаружили сверток с метилэмфедроном массой полграмма. Молодой человек признался, заказ сделал через интернет-магазин и получил от оператора точное место закладки. По факту приобретения и хранения наркотиков в значительном размере в отношении 27-летнего сыктывкарца возбудили уголовное дело. Полное признание вины и раскаяние позволили обвиняемому на время следствия остаться на свободе. Материалы переданы в суд, фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы. Полицейские также выясняют, у кого он приобрел наркотическое средство.